Всем привет! Сегодня хочу поделиться рецептом нежнейшего кролика в сливочном соусе. Нам понадобится кролик, белое вино, сливки, либо сметана, лук, чеснок, розмарин, соль, перец. Первым делом делаем заготовки. Разбираем кролика на маленькие кусочки и режем лук. Вначале пополам, на три части и дольками. Далее измельчаем чеснок. Я беру где-то половину головки чеснока. И приступаем к процессу приготовления. Разогреваем сковородку и наливаем растительное масло. Обжариваем кролика с двух сторон до золотистой корочки. Отдельно необходимо закипятить воду и поставить кастрюлю на огонь, туда же вылить наш кипяток. После обжарки кролика выкладываем в кастрюлю с водой. И на этой же сковороде будем готовить заправку для нашего кролика. Для начала обжарим лук приблизительно 3-4 минуты. По необходимости можно добавить еще растительного масла. В бульон с кроликом по желанию можно добавить несколько лавровых листиков. Когда лук зазолотился, добавляем к нему чеснок и прожариваем все вместе около 2-3 минут. Далее добавляем белое сухое вино, около 100 мл. И оставляем до тех пор, пока вино не выпарится. Если нет вина, можно использовать просто воду. После того, как вино испарилось, добавляем сливки, около 200 мл, либо сметаны. Все тщательно перемешиваем, чтобы сливки не свернулись. И добавляем бульон от нашего кролика. Я добавляю около 500 мл. Но вы можете вместо бульона добавить просто горячей воды. Также добавляем перец горошком и очень щедро присыпаем розмарином. Тушим около 3 минут. Розмарин очень хорошо подчеркивает вкус кролика, поэтому не советую его ничем заменять. Соус необходимо посолить и всю эту смесь переливаем к нашему кролику. После того, как все перемешали, досаливаем по вкусу и готовим еще 40-50 минут на маленьком огне. А тем временем можно выпить бокал вина. Все-таки его уже открыли. К такому кролику подойдет любой гарнир. Спагетти, рис, картофель. Я приготовлю спагетти. По этому рецепту едят с удовольствием как взрослые, так и дети. Непременно попробуйте приготовить для своей семьи. Пишите комментарии, задавайте вопросы, ставьте лайки и не забудьте подписаться. До встречи на канале ТК Пейстри.